Ты думаешь, я тебя пропущу? А я тебя не пропущу. Кто ты такая? Что с тобой случилось? И всем привет, друзья. С вами Лунг, и сегодня мы снова играем в игру про Бабу Валю. Баба Валя никого не пропустит. Погнали. Так, плей, аркада, погнали. Сегодня, никто не пройдет. Просто так. Баба Валя стоит на стороже. Никто не пройдет. Добрый день. Открывайте дверь. Добрый день, поздравляю, и я тебя поздравляю. Проходите, так, кто сегодня проходит? Так, доктор Афтон, про него мне рассказали. Маргарет Бабблс, Альбертский Пичман. Так, Стивен Радбойс. Здорово, Стивен. Послушай, что... Кстати, скажи, пожалуйста, где твой ID? Извините, я забыл показать свой ID. Пожалуйста, не забывай. Так, Стивен Радбойс. Вроде бы ты очень похож на Стивена, и кажется, ты не двойник. В прошлый раз, кажется, я пропустил двойника. Так, третий этаж, третья квартира. Так, давай сверим его appearance, внешний вид. Большой нос. Так, где эта штука? Большой нос, есть. Носит очки. Он носит очки. Что еще? Короткие волосы, маленькая голова. Так, короткие волосы, маленькая голова. Вроде череп похож. Давай проверять паспорт. 56-58. 56-58. 45-45. 45-45, 59-65, 59-65, так, все правильно, Стивен Радбойс, слушай, вроде все норм, 66-й год, так, давай смотреть, ID есть, appearance есть, entry request, так, я резидент здания, я пришел с моей работы как пилот, то есть ты пилот, правильно? Правильно, все на месте, вроде все на месте. Смотри мне. Так, entry request есть. В туда листе он тоже есть. Правильно? Правильно. Стивен Радбойс. Слушай, я подумаю, что ты меня не обманываешь, и поэтому я тебя пропускаю. Проходи, пожалуйста. Все в соответствии с порядком? Да. Может открыть дверь? Конечно, могу. Проходи, пожалуйста. Проходи. Так, кто там следующий? Так, минус Стивен. Можно как-то зачеркнуть? Стивена мы пропустили. Кто там следующий? Привет. Привет, так, ты кто? Маргарет Бабблес. Бабблес. Маргарет, ты сегодня приходишь? А где ты живешь? Второй этаж, третья квартира. Ты живешь одна, поэтому позвонить некому. Давай смотреть. Кучерявые волосы. Такие же самые? Вроде бы такие же самые. Хорошо. Что-то у нее с левым глазом. Такие, да. Круглый нос и большая улыбка. Вроде бы все норм. Так, appearance. У тебя все в норме. Проверяем твой ID. 10.32. 6801. 6801, 4590. 40... Да, 4590. Хорошо. С паспортом у тебя тоже все норм. 75-й год. Где? Не здесь. Вот здесь. 75-й год. Все хорошо, все на месте. ID есть. Так, entry request давай смотреть. Я живу на третьем этаже. В третьей квартире на втором этаже. Вторая квартира... Чего? Второй этаж, третья квартира. Все правильно. Маргарет Бабблс. А ну. Маргарет Бабблс. Второй этаж, третья квартира. Все правильно. Проходи, пожалуйста, entry request. Today list тоже есть. Все. Perfect. Я тоже так считаю. Проходи, пожалуйста. Кто там следующий? Проходите, пожалуйста, молодые люди, не задерживайте. Так, привет или что там? А ты сегодня, эх, Анастасия, ты сегодня есть, но я тебе не доверяю, ты какая-то подозрительная. Ты очень-очень подозрительная, Анастасия. Так, ладно, за счет того, что ты есть в Today листе, мы должны проверить твой все, ты где живешь? Второй этаж, четвертая квартира, Анастасия Микаелус. Давай проверять ее внешний вид. Усталые глаза, две косички. Хвостика. Усталые глаза, два хвостика есть. Так, смотрим дальше. Маленький нос, круглое лицо, правильно? Ну да. Круглое лицо, оно круглое. Прям очень похоже на это круглое. Хорошо, допустим. Так, смотрим на твой паспорт, Анастасия. 13-26.
13-26, 98-53, 98-53, 44-62, 44-62. Так, хорошо, 85-й год, все окей, допустим, appearance и ID у тебя в норме. Entry request, а ну расскажи мне. Я живу здесь, ну или что там? Я пришла со школы. Так, Анастача. Я, блин, каждую букву теперь буду проверять. Микаелус. Хорошо. Но я еще тут проверю. Подожди. Анастача Микаелус. Окей. И в паспорте. Анастача Микаелус. Вроде все норм. Поэтому так, вот тебе держи entry request, туда лист. Проходи. Ты можешь открыть дверь? Конечно, могу. Проходи, Анастача. Проходи. Так, кто там следующий? Я никого просто так не пропущу. Ты думаешь, я тебя пропущу? А я тебя не пропущу. Кто ты такая? Что с тобой случилось? Какой... Ой, блин. Что такое? Погоди, а что у тебя с внешним видом? Ты. Какой капец. Так, ладно, допустим... Подожди, я ж тебя уже пропустил. Ты Маргарет, да? Маргарет, да кому ты рассказываешь? А с паспортом у тебя правильно все или нет? Ты где живешь? Я резидент здания, я пришла с моей работы как... Я не знаю. Морской стресс. Сим-стресс. Так, Маргарет Бабблс, ты где-то здесь живешь одна. Не здесь. На втором этаже, да? Вот. Вроде бы у нее такой же ID. То есть только внешним видом ты хочешь меня обмануть, да? А я не поверю. Я тебе не поверю. Так, 33-12. Молодые люди. Идите сюда, пожалуйста. Идите сюда. Тут есть определенный человек, которому нужно немного помочь. Вы позвонили в DDD. Спасибо. Так, клининг протокол completed. Спасибо. Спасибо. До свидания. Так, кто там следующий? Проходите. Проходите. Добрый вечер. Добрый вечер. Где твой ID, молодой человек? Да, извините, я забыл показать мой ID. А ты сегодня есть? А тебя сегодня нету в entry request? Ой, в туда листе. Я дико извиняюсь. Меня нету в туда листе? Да, тебя нету. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Я должен быть в листе. Посмотрите на лист еще раз. А где ты живешь? Третий этаж, четвертая квартира. Одну секунду, я сейчас твоей жене позвоню. Рафтелюн Капучин, 42-58. Сейчас, секундочку. 42-58. Так, звоним. Твоя жена знает лучше, где ты. Поэтому сейчас мы проверим. Думал обмануть бабу Валю. Не получится. Добрый день, Рафтелюн говорит. Мой муж не дома. Ладно. Он вернулся? Да, может быть, это он и вернулся. А почему тебя нет? Тебя же нету в туда листе, а ты говоришь, что ты есть в нем. Хочешь обмануть меня? Давай все сверять. Так, для начала... Где ты живешь? Третий этаж, четвертая квартира. Давай смотреть внешний вид. Большой нос и огромные усы. Большой нос, огромные усы. Так и есть. Носит монокль. Есть. Носит шляпу. Так и есть. Да, он в шляпе. И у него круглое лицо. Такое же круглое. Вроде бы не обманывает. Ладно. А ну покажи свой паспорт. Альф Капучин. 1205, 48-09, 63-47. 60-й год. Все правильно. Альф Капучин. Адвокат. Ты кто? Я резидент здания. Я пришел с моей работы как адвокат. Ладно, допустим, хорошо. ID есть, appearance есть, entry request есть. В туда листе его нету, но и пофиг. Проходи. Вроде бы ты меня не обманул или обманул. Нет, бабу Валю не проведешь. Ёп. Чё? Офигеть. Подожди, Анастасия, Нача. Чё у тебя с внешним видом? Блин, аж это ж больно смотреть. Внешний вид? Что-то не так с моими глазами? Да есть пару вопросов. Это обычные человеческие глаза. Нача, Анастасия. Ты кто? Нача.
Ой, блин, Нача, нет. Фух, так, это прям жестко. Нет, Нача, Анастасия, ты не пройдешь. У тебя какая-то... Нет. Вы позвонили в DDD. Фух, так, блин. Ух, жесть. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. Фух, Нача пыталась обмануть. Не получится. Бабу Валю не проведешь. У бабы Вали глаз наметан. Ха, добрый день. А тебя нету в entry request? Подожди, я звоню твоей дочери. Где твоя дочь? 13:46. Ты должна быть дома. Раз, два, три, четыре. Тут либо отвечает кто? Анастасия и говорит, что ее мамы нету дома, либо мне ответит Нача и скажет, что она дома. Добрый день, Нача говорит. Моя дочь и я в доме. Хорошо. Мы не ждем гостей сейчас. Я понял, спасибо. Ха, думала обмануть меня? Не получится. А что у тебя с внешним видом? Что-то же отличается? Что-то у тебя же должно отличаться. Я резидент здания, мои апартаменты на четвертом... Мои апартаменты номер 4 на втором этаже. Хорошо, Нача, Анастасия, я звоню ментам. Нет, ты не пройдешь. Ты дома? Твоя дочь дома? Нет, бабу Валю не проведешь. Баба Валя сидит уже 44 года на этом посту. Ее так просто не обманешь. Глаз наметан, просто глаз алмаз. Так, вы можете продолжать работу. Спасибо, кого мы еще не пропустили? Айзека Гаусса, доктора Ватсона, Афтона и Альбертски Пичмана. Йо. Добрый вечер. Или как там? Так, у тебя ID нет, покажи свой ID. Да, извините, я забыл показать мой ID. Какой ты красивый, Айзек Гаусс. Айзек Гаусс, ты какой-то очень подозрительный, я бы сказал. Какой-то очень подозрительный. Так, я резидент здания, я пришел с работы как репортер. Второй этаж, вторая квартира. Ты живешь один. Так, хорошо, большие брови, согласен. Большая улыбка. Огромный подбородок есть. Большой нос. Точно большой нос. Так, хорошо, допустим, с внешним видом у тебя все норм. ID, давай смотреть твой ID. Так, 45-69. 45-69. 85-51. 85-51. 23-69. 23-69. Хорошо. 65-й год. Согласен. Айзек Изаак Гаусс. Я, блин, каждую букву буду проверять. Айзек Гаусс. Окей. Так, ID норм. Entry request. Давай проверим. Секунду. Где мой entry request? Так. Слушай, тут вроде бы все нормально. Айзек Гаусс. Я резидент здания. Пришел с работы как репортер. А ты репортер? Ты репортер. Хорошо. Так, делаем вот так вот, и в тудей-листе ты сегодня есть, Айзек, да. Проходите. Так, следующий, закрываем дверь. Кто там следующий? Проходите, пожалуйста. Не задерживайте очередь, молодые люди. Молодые, здравствуй, Альбертский, здравствуй. Где твой entry request? Покажи, пожалуйста. Да, извините, я забыл показать момент entry request. Окей, давай внешний вид сначала проверим. Первый этаж, вторая квартира, Альбертский. У него усы, согласен, не поспоришь. Так, огромный подбородок, большой нос. Большие брови, длинное лицо. Большие брови, да. Длинное лицо, согласен. Так, давай внешний вид тебе поставим. Внешний вид есть. Entry request мы сейчас проверим, но сначала ID. 1465. Ага, не туда смотрю. 14.65, 12.98, 12.98, 63.54. 63.54, смотри, не обманываешь. 74-й год, есть, согласен. Так, ID у тебя в норме, entry request вроде тоже у тебя хороший. Я резидент здания, я пришел с моей работы как делатель обуви. Ты кто? Ты делатель обуви. Хорошо, Альбертский. И он есть в тудей-листе, правильно? Альбертский Пичман. Так, сейчас, секунду.
Альбертский Пичман. Хорошо, проходи. Проходите. Так. Так, все в порядке? Да, проходи, пожалуйста, проходи. Я думаю, ты живешь в этом здании, и ты меня не обманываешь. Я надеюсь. Так, ладно, кто там следующий? Проходите. Проходите. Йо. Привет. Опять ты. Опять ты. Да что ты от меня хочешь? Что означает... В чем смысл жизни, вселенной и всего остального? Чувак. Окей, ладно, давай думать. Давай думать. А в чем смысл жизни? В чем может быть смысл жизни? Ну, ответ объективно в этой игре. Да? Хорошо. Я не знаю. А если я напишу ответ? Не туда. Секунду. Вот так вот. Это неверно. Ладно, как скажешь. Как скажешь. Хорошего тебе дня. И тебе хорошего дня, молодой человек. А кто там будет еще следующий? Кого-то... Доктор Афтон должен прийти. И все. Доктор Афтон. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, мистер доктор Афтон. Как там дела у аниматроников? Я дико извиняюсь. Давай проверим твой внешний вид, доктор Афтон. Третий этаж, первая квартира. Третий этаж, первая квартира. Маленькие брови. Наверное, это маленькие брови. Маленькие брови. И есть. Носит очки, и у него короткие волосы. Носит очки, и у него короткие волосы. Согласен. Круглый нос и квадратная голова. Круглый нос и квадратная голова. Она достаточно квадратная? Достаточно квадратная. Хорошо, допустим. Appearance у тебя в норме. ID. Что ты мне скажешь насчет ID? Доктор В. Афтон. 2504. 2504. 8965. 89, 65, 62, 14. 62, 14, хорошо. Так, не обманул. 71 год, 71 год есть. Так, ID в норме. Entry request. А ну, доктор Афтон, расскажи. Я резидент здания, мои апартаменты на номер 1 на третьем этаже. Третий этаж, первая квартира, правильно? Правильно, третий этаж, это первый этаж. Третий этаж, первая квартира. Доктор Афтон, согласен. Так, entry request и в туда листе ты тоже есть. Правильно? Правильно, доктор Афтон. Так, я считаю, ты здесь живешь, поэтому проходи. Все в порядке? Да, чувак, проходи. Проходите. Так, мы закрываем дверь, и это должен быть последний посетитель, правильно? Последний. Сейчас закрываются двери. Добрый вечер. Так, подожди, а тебя... Тебя нету в туда листе. Во-первых, где твой entry request? Да, я забыл показать мой entry request. Второй этаж, первая квартира. Арнольд. Арнольд, ты дома? Наверное. Глория. Сейчас мы узнаем у Глории. 51-23. Его ведь нету здесь? Нету. Так, погоди. 51-23. Глория, ответь, пожалуйста, твой муж дома или нет? Потому что есть, конечно, пару вопросов. Добрый день, Глория Шмидт говорит. Мой муж не дома. Хорошо, хорошо, значит, это может быть твой муж. Так, мистер молодой человек, давай проверять, давай проверять. Так, а что если я скажу, тебе нету в туда-листе? Что ты мне ответишь? Мне нету в туда-листе? Нет, нету. Я думаю, здесь какая-то ошибка, я должен в туда-листе. Посмотри на лист еще раз. Ты меня обмануть пытаешься? Ладно, чувак, давай проверять, давай проверять. Ты где живешь? Второй этаж, первая квартира. Второй этаж, первая квартира. Так, большие брови и огромные усы. Большие брови, огромные усы. Есть. Носит шляпу, круглое лицо. Носит шляпу, круглое лицо. Оно больше овальное, но вроде круглое. И короткие волосы. У тебя короткие волосы? Короткие волосы. Хорошо. Так, значит, с appearance'ом у тебя в норме. Эту штуку мы убираем. ID. Давай проверим твой ID. 77-85. 77-85. 66-21. 66-21. 93-22. Чего? 93-22? 93-22. Окей, 71 год. А сейчас 55. Окей, ладно. Сойди, у тебя норм. Entry request. Сейчас, секунду. Секунду. Я резидент здания. Я пришел с моей работы как писатель. Писатель. Ты ведь писатель? Писатель. Хорошо. А что с именем? Арнольд Шмидт. Шмидт. Арнольд Шмидт. Ладно, окей. Будем считать, что ты меня не обманул. Проходи. Все, все в норме. Да, все в порядке. Да, проходи, мужик. Проходи. Вроде бы ты меня не обманул. Или обманул. Не, бабу Валю не проведешь. Бабу Валю не проведешь.
Это просто невозможно. Это... Добрый день. А, я дико извиняюсь. Ты что, приходишь, если тебя нету в entry request'е? В TD-листе. Пожалуйста, скажи, почему тебя сегодня нету, молодая девушка. Меня нету в TD-листе, потому что я ушла в соответствии с срочными делами. Окей, ты кто? Ты Селин. Первый этаж, четвертая квартира. Одну секунду. Первый этаж, четвертая квартира. Это Селин. У нее родинка где? Все правильно. На правой щеке. На правой щеке. Так, 69-96. Должна ответить Иллинойс. 69-96. Так, должна ответить Иллинойс. Или нет. Если отвечает Селин, это точно двойник. Это прям 100% двойник. Иллинойс говорит: хорошо, моя сестра и я в апартаментах. Ха, обмануть меня пытаешься? Обмануть меня пытаешься, жопа ты. Жопа ты, я дико извиняюсь, но ты нигде не проходишь. Просто, мой ID, да. Я не вижу ничего плохого с моим ID. Как бы он не настоящий. Что не так с моим внешним видом? Я думаю, все в порядке с моим внешним видом. Мой entry request? Я не вижу ничего плохого с моим entry request'ом. Что не так с моим... А, меня нету в TD-листе, потому что я ушла с тревогой на работе. Или не на работе. Так, звоним ментам. Нет, DDD. Звоним DDD. Это точно не Иллинойс или Селин. Ну, в общем, ни одна из этих подруг, потому что они обе находятся дома. Так, звоним. Забирайте, ребят, забирайте. Все, это все. Это точно нет. Это не жилец этого дома. Я тебе серьезно говорю. Да, я... Вот поверь мне, это не она. Это не она. Так, кто там следующий? Проходите. Проходите. Или все? Нет? Бабу... Да, бабу Валю не обманешь. Бабу Валю не обманешь. И на этом мы с вами, друзья, остановимся. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте комментарии, пишите лайки. С вами был Лунг. Всем спасибо. Всем пока.